В чем дело? Хотел убедиться, что все в порядке. Что в порядке? Я проверял, ты того или нет. Неохота лежать в одной палате с трупом. Я ведь не умер. Я пока жив. Вот и радуйся. У меня в голове опухоль с теннисный мяч. Если повезет, протяну еще дня 3. Они так сказали? Я слышал про саркому кости. Она как раз у меня. Мы, наверное, лежим в палате для будущих покойников.